Recording in progress. Ebaro karuna koro Vaishnava Gosai. Ebaro karuna koro Vaishnava Gosai. Patita pavana hetu toma binona. Patita pavana toma binakehona. Yahara nikate jele apa jure jai. Yahara nikate jele apa dure jai. Emana dayala prabhu keho kichupai. Emana dayala prabhu kebu kota pai. Gangara parasha koile
Ashature Pavan. Gangara Parasha Hoile Ashate Pavan. Darshane Pavitra Koro Etomaragun. Darshane Pavitra Koro Etomaragun. Haristani Aparadhi Hare Hare Naam. Haristani Aparadhi Hare Hare Naam. Tomastane aparadhe nahi paritran. Tomastane aparadhe nahi paritran. Tumarar dhaye sadha Govinda Vishram. Tumarar dhaye sadha Govinda Vishram. Govinda kohe namora Vaishnava paran. Govinda kohe namora Vaishnava paran. Prati janme kore asha charane raduli. Prati janme kore asha charane raduli. Naratama kore doya apanara boli. Naratama kore doya apanara boli. E paro karuna koro Vaishnava Gosai. E
Patita pavana toma vina keho nai. Nittai gor haribo, 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 nittai gor haribo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam. Naram Chaiva Narottamam. Daivim Sarasatim Vyasam. Tato jaya mudirayet nasta praeshu vabhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naishtaki. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 12, The Birth of Emperor Parikshit. 25. Мы читаем Шримад Бхагаватам, первая песня, 12 глава, Рождение императора Парикшита, текст 25. Дритья Бали Сама Кришне. Dritya Bali Sama Krishna. Prarada Eva Sadgraha. Prarada Eva Sadgraha. Prarada Eva Sadgraha. Ahartaisho Swamedanam. Ahartaisho Swamedanam. Vridanam Puryupasaka. Vridanam Puryupasaka. Vridanam Paryupasaka. Thank you.
Пословный перевод. Дрича терпением. Багали самах, как Бали Махараджа. Кришня, Господу Ши Кришне. Прахрада, Прахлада Махараджа. Эвам, как Садграхах. Преданный, Агартам, совершитель, Эшах, этот ребенок, Ашвамедханам, жертвоприношение Ашвамедха, Вриданам, старых и опытных людей, Парьюпасаках, следующий пример. Перевод и комментарий Шрилы Прабхупады. Этот ребенок будет таким же терпеливым, как Бали Махараджа, и таким же стойким преданным Господа Кришны, как Прахлада Махараджа. Совершит много жертвоприношений Ашвамедха, жертвоприношений коня, и во всем будет следовать примеру старых и опытных людей. Комментарий. Бали Махараджа. Это один из 12 авторитетов в преданном служении Господу. Бали Махараджа – великий авторитет в преданном служении, потому что ради удовлетворения Господа он пожертвовал всем и даже порвал отношения со своим так называемым духовным учителем, который мешал ему рискнуть всем ради служения Господу. Высшее совершенство религиозной жизни – достижение стадии безоговорочного, беспричинного, преданного служения Господу, которому не препятствуют никакие мирские обязательства. Бали Махараджа твердо решил отказаться от всего ради удовлетворения Господа. И никакие препятствия не могли помешать ему. Он внук Прахлады Махараджа и еще одного авторитета в преданном служении Господу. История Бали Махараджа и его отношений с Вишну Ваманадевой описана в 8-й песне Шримад Бхагаватам, главы с 11 по 24. Прахлада Махараджа. Совершенный, преданный Господа Кришны Вишну. Когда ему было всего 5 лет, его отец Хираньякашипу сурово наказывал его за то, что он стал чистым преданным Господа. Он был первым сыном Хираньякашипу, а его мать звали Каяду. Прахлада Махарадж – авторитет в преданном служении Господу, поскольку его отец был убит Господом Нарасимхадевой, показавшим таким образом, что даже отец должен быть устранен с пути преданного служения, если он становится помехой на этом пути. У него было 4 сына, старший из них Вирочана, отец упомянутого выше Бали Махараджа. История Прахлады Махараджа приводится в 7-й песне Шримад Бхагават. Чаксурун милитан йена тасмай шри гурве намаха
Шри Чайтанья Манобистам Стапитам Йена Бутале Свайам Рупа Кадама Ям Дадати Свападантикам Бандехам Шри Гуру Шри Ята Пада Камалам Шри Гурун Вайшнавамшча Шри Рупам Сакраджатам Сахагана Раганатан Витам Там Саджевам Садвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Вишакха Нитамсча Хе Кришна Карана Синду Дина Банду Джагатпате Гопеша Гопика Канта Радха Канта Намостате Тапта Канчана Горанге Радхе Вриндаванешвари Вришабану Суте Деви Пранамами Хари Прие Ванча Каупата Рубьясча Крипа Синду Баевача Патита Нам Паван Эбьо Вайшнавибьо Намо Намаха Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So the Brahmanas are continuing to describe the future qualities of this child Parikshit. Итак, браманы здесь продолжают описывать, предсказывать качества, которые проявит будущий ребенок. And as they describe each quality, they relate that quality to some great personality in the Vedic culture. И описывая эти качества, они связывают их с великими личностями из мира ведической культуры. So today they have described that Parikshit Maharaj will have patience like Bali Maharaj. И сегодня они описывают, что в сегодняшнем стихе, что он будет столь же терпеливым, как Бали Махарадж. So patience is mentioned by Rupa Goswami in the Upadeshamrita, where he describes six qualities which are favorable for devotional service. Терпение упоминает Шрила Рупа Госвами, описывая шесть качеств, которые благоприятны для совершения преданного служения. Utsahan nishchaya dhairya, right? Enthusiasm, patience, and determination. Утсахам нишчаям дхарьят энтузиазм, решительность и терпение. And Srila Prabhupada comments in the purport that in every endeavor these things are required. И Шрила Прабхупада в комментарии к этому стиху говорит, что в любом действии или деле необходимы эти составляющие. So especially in devotional service we require these things. Utsahan, very important quality for the devotees, that enthusiasm. И в особенности в совершении преданного служения эти качества очень важны, такие как энтузиазм, утсаха. Well, Prabhupada always appreciated the devotees' enthusiastic mood. He knew we had no other qualification. Шрила Прабхупада всегда отмечал, когда преданные проявляли энтузиазм в своей деятельности, но также есть и другие квалификации. We were not very educated, we were not very learned in Vedic knowledge. Мы были тогда не очень образованные и сведущие в науке ведической. And we were not very renounced or in any way very qualified. Мы были тогда не столь отреченные, квалифицированные. But still, whatever Prabhupada told us to do, we were very enthusiastic to try to do it.
Однако, что бы Шрила Прабхупада не говорил нам делать, мы с энтузиазмом принимались за это. So that is enthusiasm, enthusiasm is also described by Prabhupada. He said it means endeavoring, determination according to endeavoring according to the scriptures. One has to follow. You have to follow the scriptures. It's not that you can just do whatever you like. Также говоря об энтузиазме, следует понимать в соответствии с наставлениями Шрилы Прабхупады, что мы должны что-то делать, опираясь на Священное Писание, не просто исходя из какой-то своей воли. And then patience is the quality which is particularly mentioned here today, that it said Parikshit will have patience like Bali Maharaj. Так, терпение, которое упоминается в сегодняшнем стихе, здесь Парикшит сравнивается в этом качестве с Бали Махарадж. Бали Махарадж had a very trying situation. He had become, he was the king of the demons, and he led the demons in battle against the demigods, and they were able to conquer the demigods and take control of the heavenly planets. Бали Махарадж вступил в сражение с полубогами, находясь на стороне асуров, и он одержал над ними победу, тем самым приняв на себя бразды правления. And the demigods were defeated, they had to go into hiding. And Mother Aditi, who is the mother of the demigods, she felt very aggrieved to see her sons in hiding. Так, полубоги, будучи побежденными, были вынуждены скрываться, и мать полубогов Адити, она пребывала в большой печали в связи с этим. So Mother Aditi took blessings from her great husband Kashyapa, and they were able to have Lord Vamanadev as their son. Итак, Адити получила благословение от своего мужа Кашьяпы. Вследствие этого Господь Ваманадева явился как их сын. Lord Vamanadev is a dwarf incarnation of the Lord. What dwarf? He's a dwarf incarnation. Ага. Итак, Господь Ваманадева является воплощением карликом Господа. And he has come in a very charming, attractive form as a brahmana, because he's the son of Kashyapa and Aditi, so he's a brahmana, and he comes to Bali Maharaj to beg charity. Итак, Господь Ваманадева явился как сын Кашьяпы и Адити, и он был в очень прекрасной, красивой форме брахмана, потому что он происходил из семьи брахманов, и он явился перед Бали Махараджей с просьбой о милостыне. And when Bali Maharaj approached Lord Vamanadeva approached Bali Maharaj, Sukra Acharya sensed that this brahmana boy could be Lord Vishnu. И когда Господь Ваманадева приблизился к Бали Махараджу, то Шукрачарья, учитель Бали Махараджа, почуял, что, возможно, перед ним находится сам Верховный Господь. Шукрачарья is the guru of the demons, and he had guided the demons very successfully, so much that they could conquer over the demigods and take control of the heavenly planet. Шукрачарья давал руководство этим демонам и достаточно успешно, потому что они смогли одержать победу над полубогами и установить власть над райским царством. And at one point Shukracharya had been killed by the demigods, but Shukracharya could bring him back to life. Who was killed, Maharaj? Bali Maharaj. Ага. Бали Махарадж был убит полубогами, но Шукрачарья был столь могущественен, что смог вернуть его обратно к жизни. So you could imagine Bali Maharaj must have had a lot of faith in his guru, because he had seen the power of his guru. Можно себе представить, какова была вера Бали Махараджа в своего гуру, коли он вернул его к жизни. You know, to bring someone back to life after they've been killed
That's a very great feat. Итак, вернуть кого-то назад к жизни после того, как он был убит, это великое чудо. Lord Krishna had to do that also. He was requested by Sandipani Muni that he should bring back his dead son. Когда-то Господь Кришна тоже явил такое действо, когда Сандипани Муни попросил его вернуть своих сыновей. Lord Krishna and Lord Balaram had gone to the ashram of Sandipani Muni to get their education. They'd stayed there for 64 days. Господь Кришна и Баларама отправились в ашрам Сандипани Муни, чтобы получить у него образование. Они находились там в течение 64 дней. And in those 64 days, they mastered all the 64 different arts of the Vedic culture. В течение этих 64 дней они изучили под его руководством 64 вида наук и искусств. So Sandipani Muni then requested some dakshin from them in repayment for his teaching to them. В конце Сандипани Муни попросил их сделать какую-то дакшину или проявить такую благодарность своему учителю. And he could understand that these two boys were not ordinary boys, so he made this very unusual request to them that some time back my son died when he was bathing in the sea. Can you please bring him back to life? Сандипани Муни, понимая, что это не совсем обычные ученики, обратился к ним также с не совсем обычной просьбой. Он сказал, что мой сын однажды совершал омовение возле океана, и потом он пропал, умер. Могли бы вы вернуть его? Now, anyone else to be asked like that, we would think, well, impossible. But for Lord Krishna, nothing is impossible. Если кого-то из нас бы попросили сделать что-то подобное, мы бы сочли, ну, это же невозможно. Но для Господа Кришны нет ничего невозможного. So Lord Krishna went off to the sea where Sandipani Muni's son had drowned, and there was a demon there apparently, and they thought that demon had been responsible for the death of Sandipani Muni's son. Господь Кришна с Баларамой отправились к берегу этого моря, и в действительности в то место, где утонул сын Сандипани Муни, и в действительности этого сына похитил демон, обитающий в этом океане. So Krishna went into the sea and he found this demon, Panchajani, and he killed that demon, but he could not find the son of Sandipani Muni. Кришна, прибыв к водам этого океана, впоследствии обнаружил этого демона, Панчаджанью, но и убил его, но сына он так и не смог найти, Сандипани Муни. But it was at this time Lord Krishna took the Panchajanya conch shell, the famous conch shell which Lord Krishna blows on the battle of Kurukshetra, that was taken from this demon. И Кришна у этого демона забрал раковину, в которую он впоследствии дул на поле битвы Курукшетра, раковина Панчаджанья. So Krishna, Lord Krishna couldn't find the son of Sandipani Muni there in the body of the demon, so then he went to see Yamaraj. He went to the abode of Yamaraj. And Lord Yamaraj immediately came and offered all respects to Lord Krishna and Lord Balaram. Когда Господь Кришна не обнаружил потерянных сыновей, сразив демона Панчаджанью, Кришна отправился к Ямараджу, который предстал перед ним. And Lord Krishna then told Yamaraj why he was coming, that I know that some time back the son of my teacher, Sandipani Muni, had been taken from the sea. Do you have him here? And Lord Yamaraj said, yes, he is here, I will give him to you. So he immediately brought the boy and gave him to Lord Krishna. Ямарадж спросил Кришну, что его привело к нему, и тот ответил, что сын моего учителя Сандипани Муни когда-то пропал, я отправился в его поиски, не находится ли он у тебя? Ямарадж сказал, что да, он у меня, и Ямарадж вернул этого сына
Кришны, а Кришна вернул его Сандипани Муни. So Сандипани Муни was very happy to get his son back, and he blessed Lord Krishna and Lord Balaram, to give them all his blessings, that everything they learned would remain fresh in their mind. Сандипани Муни был очень рад возвращению своего сына и в связи с этим благословил Господа Кришну тем, что все то, что он изучил у него, всегда будет оставаться свежим и ясным внутри. But that was not the end of it. After some time, Lord Krishna had killed Kamsa and he'd freed Vasudev and Devaki from the prison house of Kamsa. Позже Кришна вступил в сражение с Камсой, победил его и освободил Деваки и Васудеву из темницы Камсы. The mother Devaki, she had heard how Lord Krishna had brought the dead son of his guru back to life. И Деваки, она знала о том, что Кришна смог вернуть сына, утраченного сына своего гуру Сандипани Муни. So she requested Lord Krishna that, can you bring back your six brothers? Your older brothers were all killed by King Kamsa. Can you please bring them back? И Деваки обратилась к нему с просьбой, мог бы ты точно так же вернуть к жизни шестерых убитых твоих старших братьев, которые были уничтожены Камсой перед твоим рождением? So it wasn't enough to just bring back the son of the guru, he had to bring back the six sons of Devaki as well. Итак, если он смог вернуть к жизни сына своего гуру, то что составляло вернуть этих шестерых своих братьев? He had to go and find them and bring them back to Mother Devaki. And Mother Devaki was so pleased, she was feeding her breast milk to them. So he made that, right, Maharaj? He made that successful. So Krishna brought them, right? И Кришна вернул этих шестерых своих старших братьев к Деваке, и она смогла покормить их грудью. So they were drinking the breast milk from Devaki, but Lord Krishna had already drank the breast milk from Devaki. So what they were drinking was now prasadam. So when they drank the breast milk from Devaki, they all became very purified, and they were able to go to the heavenly abode. Итак, они стали пить молоко из груди своей матери Деваки, но перед этим Кришна уже выпил молока, поэтому это молоко теперь стало прасадом от Кришны. Поэтому его братья, выпив этого молока, очистились. So we were talking about Sukracharya. You know, for Lord Krishna to bring people back to life after they're dead, well, Lord Krishna is the Supreme Lord. He can do anything he wants. But Sukracharya, he was also doing it. So he was a very powerful guru. Итак, мы говорили о Шукрачарье, о том, что он смог вернуть к жизни назад Бали Махараджа, что является достаточно необычным поступком. Только еще Господь Кришна мог это делать, и вот Шукрачарья тоже был в этом смысле практически как Кришна. But he has a problem. Problem is he's attached to wealth and position. Однако у Шукрачарьи была одна проблема, она состояла в том, что он был привязан к богатству и своему положению. He's Шукрачарья. Шукра meaning semen. So his position as acharya is hereditary. It's not that he's in that position because of his qualification, but it's by his birth. Ага. Так, шукра переводится семя. И это можно объяснить так, что его положение вызвано не сколько его квалификацией, а сколько он его занял в связи со своим рождением. So one may be born in the brahmana family, but it does not necessarily mean that one is a brahman. Кто-то может появиться на свет в семье брахмана, но это автоматически не означает, что он становится брахманом. Lord Krishna created the divisions of the society, and in the Bhagavad Gita it says, "Chatur vanam maya shristam
guna karma vibhagasha, that Lord Krishna created the divisions in society according to guna, meaning quality, and karma, meaning work. He didn't say janma, but he said guna and karma. Так Кришна в этом стихе Бхагавадгиты говорит, что он создал различные категории в сословия в человеческом обществе, и он разделил человеческое общество в соответствии с гуной, качествами и кармой. Но Кришна не упоминает здесь слово джанма, рождение. So birth in a brahmana family can be an advantage, but it is not essential. It doesn't mean that you cannot be a brahmin because you're not born in a brahmin. Родиться в семье брахманов может быть неким преимуществом, но это не означает, что такой рожденный сразу становится брахманом. One time, when I was distributing books in the UK, I remember one time I came past a butcher shop, and there was one Indian man in the butcher shop, and he saw me distributing books, and he said, "Hey, Hare Krishna, I'm a Brahmin, look." And he showed me his Brahmin thread. And he was in the butcher shop cutting the meat. Однажды, когда я был молодым преданным, занимался санкиртаной в Великобритании, я проходил мимо одного места, но там фактически находился мясник, торговал мясник своей продукцией. И я проходил мимо него, и у нас возникла беседа, и он сказал: «Слушай, посмотри, а я являюсь брахманом», и он показал шнур, у него был шнур брахманический. Да, при этом он работал мясником. So you get Kali-Yuga brahmanas, you see. Kali-Yuga brahmanas, they will drink a lot of alcohol, they smoke a lot of cigarettes, and they have no standards, no brahminical standards. Так фактически мы видим наличие так называемых калиюжных брахманов, которые ничему не следуют, могут пить алкоголь или быть мясниками. But still, by birth, they claim, "I'm brahmana." Но в соответствии со своим рождением они утверждают: "Ну, я брахман." You can tell in the name, from the name, they have the brahminical name, like Sharmar. That's a name for a brahman. Эта брахманическая принадлежность, она исходит из его имени, из их имени. Например, фамилия Шарма указывает на брахманическую принадлежность. Some even have the name Thakur. У кого-то может быть имя Thakur. So there are several names of the brahmana community, but we explain that brahman is you should be qualified as a Brahmin. You must have the qualities of the Brahmin, as they are described in the Bhagavad Gita. Есть множество брахманических фамилий, которые может кто-то носить, но для того, чтобы быть брахманом, необходимо обладать качествами брахмана, что описывается в Бхагавад Гите. And we give the example, just like your father may be a high court judge, it doesn't mean you are a high court judge. Как мы приводим этот пример, что чей-то отец может быть высокопоставленным судьей, но это не означает, что его сын тоже становится судьей. Or your father may be doctor, medical expert. It does not mean you are also qualified. You have to first study and develop the qualifications. Чей-то отец может быть врачом, очень опытным доктором, но это не означает, что его сын тоже обретает эти качества. So it's not sufficient just to be born in the brahmana family. You must show the qualities of the brahman. Так этого совсем недостаточно просто родиться в семье брахмана. Необходимо еще проявлять качества брахманов. And not all brahmanas are devotees, but the best of the brahmanas they will be Vaishnava. И также не все брахманы являются преданными. Считается, что вайшнав является самым лучшим из брахманов. So you get some brahmanas there, they're just mayavadi or karmakandi brahmanas. They just do karmakandi rituals. They don't have any real devotion for the Lord.
Есть разные категории вот таких браманов, как майявади или браманы кармаканди, которые выполняют просто какие-то мирские ритуалы, но не являются преданными. Anyway, Sukracharya, he's the guru of the demons, and he's very powerful. He does have some shakti that he could bring someone back from death, but he has his own problems. He's attached to wealth. To wealth. Итак, Шукрачарья, он был браманом и проявлял большое могущество, мог возвращать кого-либо к жизни, но у него был один серьезный изъян. Он был привязан к богатствам. And when he saw Lord Vamanadeva come into the court of Bali Maharaj asking for charity, he was suspicious that if this brahmana is Vishnu, He will take everything away from us. Итак, когда Ваманадев приблизился к Бали Махараджу, то Шукрачарья засомневался, что если вдруг это перед ним сам Господь Вишну, то он заберет абсолютно все у Бали Махараджу. So, as an acharya, he should not be attached to wealth, and he should not be worried about his own material situation, but he should be concerned in surrendering and offering everything to the Lord. Претендуя на ачарью, он должен был бы быть свободным от этих материальных привязанностей, не быть привязанным к своему положению. But Sukracharya is worried that, oh, if we lose everything, oh, how will I live? Who will feed me? How will I take care of myself? If he's Vishnu and he takes everything away from Bali Maharaj, I have nothing. Однако Шукрачарья очень сильно беспокоился, что если это Господь Вишну, он все заберет, как же я буду поддерживать себя, кто будет заботиться обо мне, что я буду кушать? So he was thinking, I want to keep, he's my disciple, he should be rich, he should have a nice kingdom, then he can take care of me. Шукрачарья размышлял так, если мой ученик будет достаточно богат, он сможет позаботиться обо мне. But a real acharya should not think like that. Однако настоящий ачарья не должен таким образом размышлять. Certainly Prabhupada never worried like that. Однозначно, что Шрила Прабхупада никогда не беспокоился об этих вещах. Прабхупада went to see George Harrison in London. He went with Shamsundar. They went to the home of George Harrison. He had a big house, a big estate, a big mansion with a big garden. Шрила Прабхупада прибыл в Англию, чтобы встретиться с Джорджем Харрисоном. Вместе с Шамасундарой они отправились на эту встречу. У Джорджа Харрисона было большое поместье в собственности. So Prabhupada was preaching to him, to George Harrison. He told George Harrison, he said, Krishna gave you everything. He gave you money, he gave you fame, he gave you so much ability in the material world. И Шрила Прабхупада стал проповедовать Джорджу Харрисону, что Кришна дал тебе совершенно все, Он дал тебе богатство, Он дал тебе славу. And Prabhupada went on to explain to him that what you have is nothing compared to the spiritual world. Шрила Прабхупада стал объяснять ему, что однако, все то, что у тебя есть, это ничто в сравнении с духовным богатством. You don't have any desired trees, you have some trees growing on your land. But Krishna has kalpa vriksha trees, which can produce all kinds of fruit any season. Прабхупада объяснял, что у Кришны в духовном небе есть деревья желаний, которые могут исполнить желание каждого, а у тебя здесь в твоем поместье нет таких деревьев. And Krishna has kamadenu cows producing unlimited quantities of milk, and anything you could desire can come from them. У Кришны также есть корова Камадхену, которая может дать неограниченное количество молока, да и в целом исполнить любое желание. And even the dust in the holy land of Lord Krishna, it is all chintamani.
также пыль и земля, духовные обители состоит из камней чинтамани. So Prabhupada was pointing out that whatever opulence George Harrison had, it was actually nothing compared to the opulence of Lord Krishna. Шрила Прабхупада этими примерами показывал, что все то богатство, которым владел Джордж Харрисон, было ничто по сравнению с богатствами, которыми обладает Кришна. So Prabhupada didn't ask him for anything. He just preached to him about spiritual world and the supreme position of Lord Krishna. И Шрила Прабхупада совершенно не просил у него что-либо. Напротив, он проповедовал ему, говоря о духовном мире, об обители Господа Кришны. And after George Harrison had heard Prabhupada preaching like that, then he said, "Tomorrow I'm going to contact the real estate agent, and I want them to find a place for you so that you can have a nice temple here in the UK." And the result was George Harrison purchased the Bhaktivedanta Manor. И в результате этой встречи Шрила Прабхупадой Джордж Харрисон сам вызвался помочь Шриле Прабхупаде. Он сказал, что я свяжусь со своим секретарем и разыщу хорошее место для вас, чтобы вы могли там построить храм. И сам Джордж Харрисон позже выкупил, подарил ИСККОНу этот центр Бхактивиданта Манар. Another time Srila Prabhupada was invited to preach in the Lions Club, where many different leaders of the society, it was in Calcutta, and there were many big businessmen, very wealthy people all attending this Lions Club, and they invited Srila Prabhupada to give a talk there. В другой раз Шрилу Прабхупаду пригласили, это было в Каликуте, клуб, как называется, Lions Club, клуб львов. Ну, в общем, это клуб, в котором собирались разные богачи. И Шрила Прабхупада должен был дать там лекцию. So usually, you know, big men go there, they will want to flatter all these big people. But Prabhupada went there and he preached to them from Srimad Bhagavatam how the people who are leading society today, they're all on the level of hogs, dogs, camels and asses. И обычно люди, которые выступали перед этой почтенной публикой, каким-то образом заискивали, заигрывали с ними, но Шрила Прабхупада стал проповедовать им послание Шримад Бхагаватам, говоря о том, что лидеры современного общества, они уподобились свиньям, собакам, верблюдам и так далее. So Prabhupada was preaching to them, and he was telling them about how the modern society, the people in the modern society, they're all of this nature, they're of this nature of these animals, hogs, dogs, camels and asses. And the big men were sitting, and they were all laughing and laughing. They say, oh, very funny, very good problem. Именно вот таким образом Прабхупада решил построить свою беседу с этими людьми, говоря о том, что люди современной цивилизации подобны всем этим животным. И публика, которая слушала его, в общем, эти все бизнесмены, они так вот улыбались, усмехались над этим. So after the lecture, Prabhupada was speaking to the devotees, and he said to the devotees, you see, I have called them all hogs, dogs, camels and asses, and they have applauded me, and they have congratulated me and told me, well done, Swami. И Шрила Прабхупада после этой встречи стал беседовать с преданными, говоря, посмотрите, я на встрече с ними говорил, что все люди современной цивилизации, и имея в виду их, уподобились свиньям, собакам, ослам, и при этом они смеялись и аплодировали мне за это. So Prabhupada said, this is preaching. You speak the truth and make it pleasing. Шрила Прабхупада говорил, сказал, что вот это и есть проповедь. С одной стороны, говорить истину, а с другой стороны, делать это правильным образом, приятным образом. So here is Sukracharya, and he's worried that his disciple is going to lose all of his kingdom
He's going to lose all of his wealth. Итак, перед нами Шукрачарья, который испытывает большой страх, что его ученик сейчас потеряет абсолютно все свое богатство. So Shukracharya tells Bali Maharaj, don't give him any charity. If you give him charity, he'll take everything from you. Шукрачарья стал напирать на Бали Махараджа, ни в коем случае не отдавая ему ничего, иначе он заберет у тебя все. But Bali Maharaj was in a dilemma. He thought, well, previously my guru had told me that I should always give charity to the brahmanas and I should give for the Lord. Бали Махараджа стал размышлять. Странно. До этого мой гуру говорил мне о том, что я должен раздавать пожертвования всем и каждому. And then Bali Maharaj considered, if this brahmana boy is Lord Vishnu, then if he wants, he can take everything from me. И дальше Бали Махарадж рассуждал, допустим, что этот брахман это и есть сам Господь Вишну, так он же сам, не спрашивая меня, и так может забрать у меня все, что есть. But if I give him, then I'll get the credit of giving him. Однако, если я все же дам ему что-то, то я получу от этого благо. And if I don't give him, he can take it anyway. I won't get any credit. А если я ему ничего не дам, ну, он же все равно у меня может все это забрать. So better I give him. Поэтому лучше я все-таки ему отдам. And so Bali Maharaj gave charity, and his guru was upset. His guru cursed him that you will have to go into hell for. И Бали Махарадж решил подать милостыню Господу Вишну, вследствие чего Шукрачарья проклял его, что ты отправишься в ад. And then Lord Vamanadev just said he only wanted 3 steps of land, and when he took 1-2 steps, he covered the whole universe. Vamanadev попросил, как мы знаем, 3 шага. 2 шагами он покрыл всю Вселенную, и 3-й шаг он сделал на его голову. So then Lord Vamanadev said, you promised me 3 steps of land. Where am I supposed to take the 3rd step? Vamanadev сказал, что ты мне пообещал 3 шага сделать, а я сделал пока лишь 2. А куда же мне 3-й шаг сделать? So at this point they had Bali Maharaj arrested and he was tied up with the ropes of Varuna. Вследствие, в связи с этим, Бали Махарадж был схвачен, он был связан веревками Варуны. And Shukracharya was saying, I told you he was going to take everything from you. You see, you didn't listen to me. Now you have to go to hell for this. Шукрачарья причитал, что вот я же тебе говорил, я тебя предупреждал, что не давай ему ничего, теперь ты схвачен и отправишься в ад. And Lord Vamanadev saying, you told me I could get 3 steps of land. Where am I supposed to take the 3rd step? Vamanadev повторял, ты пообещал дать мне 3 шага, так куда же 3-й мне сделать? Because he'd already covered the whole universe. There was no place left for the 3rd step. Предыдущими 2 шагами он уже покрыл всю Вселенную, и 3-й некуда было делать. So Bali Maharaj was tied up and he was humiliated in the presence of his family members, his wife and children, and his grandfather Prahlad Maharaj also came, and they were all feeling, you know, some sympathy for Bali Maharaj. At the same time, they felt that, you know, he shouldn't have given charity. В этот момент там собрались все родственники Бали Махараджа, там был Прахлада Махарадж, и Бали Махарадж чувствовал себя таким очень, очень смиренным перед лицом всех собравшихся. Why he's not being truthful? He should be truthful. He promised 3 steps of land. How am I supposed to take the 3rd step? Итак, Vamanadev говорил, что почему он меня обманывает, почему он нечестен, обещал 3 шага, 3-й шаг-то делать некуда. So at that point Bali Maharaj then said, you can take the 3rd step on my head.
И тогда Бали Махараджа ответил, что свой третий шаг ты можешь сделать мне на голову. Because you covered the universe, but you didn't cover me. Ты покрыл, охватил всю Вселенную, но меня ты еще не покрыл. So in this way, Bali Maharaj showed the full surrender to the Lord. He gave up everything for the service of the Lord. Бали Махарадж своим примером показывает полное предание себя Господу. Атмани веданам, to surrender everything. It's the one of the most difficult kinds of devotional service. Этот принцип называется атмани ведана, что посвятить абсолютно все в служении Господу. We can do hearing and chanting and offering prayers and work, these things, but to surrender everything, that is a very difficult kind of devotional service. Мы можем повторять, слушать, совершать другие принципы преданного служения, но вручить всего себя Верховному Господу — это очень сложный принцип. So, Bali Maharaj did this, and another person who also did this kind of devotional service was Rukmini, Lord Krishna's wife. She also was ready to give up everything for Lord Krishna. Другим примером наравне с Бали Махараджем является Рукмини, царица Двараки, которая также олицетворяет этот принцип вручения всего себя Господу. So Bali Maharaj shows the example of this patience, despite so many difficulties, despite so many obstacles, he remained patient, he remained fixed. Так Бали Махарадж олицетворяет качество терпения, когда он сохранял терпение, несмотря на множество разных трудностей и препятствий. So, this is one of the qualities of Maharaj Parikshit, that he will also be patient. Итак, таким будет одно из качеств Махараджа Парикшита, что он будет терпелив. Just like in establishing Krishna consciousness, in preaching Krishna consciousness, we have to be patient. Для того, чтобы утвердить сознание Кришны или распространить сознание Кришны, нужно набраться много терпения. Рим не был построен в одночасье. So, Prabhupada said in the beginning, they will laugh at devotees. What, Махарадж? In the beginning, the public will laugh. А в самом начале нашего движения общество, люди, ну, смеялись над преданными. No, funny, you know, they're shaving their heads and wearing these clothes and singing and dancing, so people would laugh at the devotees. Так, люди насмехались, да, они какие-то чудаки, они странно так одеваются, танцуют, поют. But then after some time, then they begin to hate us, that we're always troubled. They hate the devotees, begin to hate the devotees. А потом в какой-то момент люди стали даже испытывать ненависть к преданным, причинять беспокойство. Because we're always troubling them, and we're telling them that what they're doing is all wrong, and we're trying to preach to them, they don't like it. И все это происходило, потому что мы их беспокоили тем, что говорили им, что вы неправильно живете и так далее, бросали им вызов. Но потом, в конце, они присоединялись к нам. So you have to be patient. Поэтому нужно набраться терпения. So then the other example, which is given here, is Prahlad Maharaj, that we're told Maharaj Parikshit will be a devotee like Prahlad Maharaj. Дальше в стихе говорится, что этот ребенок будет таким же, как Прахлад Махарадж. Prahlad Maharaj, well, he's the grandfather of Bali Maharaj. И Прахлад Махарадж является дедушкой Бали Махараджа. Прахлад Махарадж, of course, is the son of Hiranyakashipu, and Hiranyakashipu was a great demon, and he tried to kill Prahlad in many ways. Мы знаем, что Прахлад Махарадж является сыном Хираньякашипу, который разными способами пытался убить его. But Prahlad just remained he just remembered the Lord. He didn't do anything. He didn't pray to the Lord to save him. He didn't
take any action against his father, he just simply fixed his mind on the Lord. Все, что делал Прохлад Махарадж, он просто пытался сосредоточить свой ум на Господе. Он даже не обращался к Господу с молитвой или просьбой защитить его. Он просто думал о нем. So when they threw him off the cliff, Prahlad Maharaj didn't think, "Oh, save me." He just simply fixed his mind on the Supreme Lord. Когда его сбросили с утеса, он не обращался к Господу, спаси меня, пожалуйста. Нет, он просто направлял свой ум к нему. And the stones which he landed on all became like foam. И земля или скалы, на которые он приземлялся, становились просто подобны перине. Whatever happened to him, whatever situation he was in, he just remembered the Supreme Lord. And so he was never harmed. Что бы ни происходило с ним, во всех этих ситуациях он просто продолжал помнить о Господе. В результате с ним ничего не случалось. He was put into the well with so many deadly cobras, but because the Lord is also in the heart of the cobras didn't harm Prahlad. Его бросали в пещеру, где жило множество кобр, но поскольку Господь находится в сердцах всех, и в том числе в сердцах этих кобр, то они не трогали его. And the big elephant, mad elephant, was supposed to trample Prahlad, but because the Lord is in the heart of the elephant also, the elephants couldn't harm Prahlad. Гигантский дикий слон пытался раздавить его, но поскольку Господь находится также в его сердце, то тот не смог сделать этого. So that is the topmost devotee. He had nothing to ask from the Lord. He just simply remembers the Lord. Так перед нами пример преданного наивысшего уровня, который даже не обращается к Господу с какой-либо просьбой, а просто всегда помнит о нем. So Prahlad Maharaj and Bali Maharaj, they are both Mahajans. They are of two authorities in the path of devotional service. Так Бали Махараджа и Прахлада Махараджа оба являются махаджанами, высшими авторитетами в науке преданного служения. Prahlad Maharaj is expert in remembering the Lord, smaranam. Так Прахлада Махарадж отличился в памятовании Господа, смаранам. How was it he was able to remember the Lord? Because he had heard about the Lord from Narada Muni. Каким образом он развил в себе эту способность помнить о Господе? Это произошло благодаря Нараде Муни. While he was still in the womb of his mother was in the ashram of Narada Muni, and Narada Muni was every day, all the time, preaching and reading scriptures to the mother. Когда Прахлада Махараджа был еще в чреве своей матери, которая находилась в ашраме Нарада Муни, то Нарада Муни постоянно, непрерывно проповедовал его матери. So although he was in the womb, still he could hear, and that hearing that gave him full consciousness of the Lord. Итак, несмотря на то, что он находился в чреве своей матери, он был способен слышать все, что говорил Нарада Муни, и таким образом усвоил эту науку. So that his father could not understand where he got his devotion from. А впоследствии его отец, он никак не мог взять в толк, каким же образом он узнал об этой науке преданности Богу. Because ever since his birth, the father had been careful to keep the son away from the association of devotees. Потому что, начиная с момента его рождения, отец очень внимательно заботился о том, чтобы он находился в стороне от всех тех, кто исповедовал преданность Господу. But Prahlad had already had association while he was still in the womb. Однако Прахлада Махараджа уже успел получить это общение, находясь еще в чреве матери. So he is the example of the devotion, and we're told Prahlad Parikshit Maharaj will also be a devotee, just like Prahlad. Итак, Прахлада Махарадж олицетворяет,
предстает перед нами в образе великого преданного, и Парикшит Махарадж будет в этом плане ему подобен. Parikshit Maharaj also had his experience while he was within the womb, because while he was in the womb at that time, the Lord had saved him from the heat of the Brahmastra weapon. У Махараджа Парикшита был очень похожий опыт. Он тоже находился в чреве своей матери и там впервые встретился с Господом, который пришел, чтобы защитить его от Брахмастры. He had seen the Lord at that time, and that's why he's called Parikshit. Parikshit means the examiner. He's always examining, where is that personality who saved me at that time when I was in the womb? Именно поэтому его назвали именем Парикшит, что означает, как испытующий, он испытывал всех, с кем встречался, кто он, является ли он Верховным Господом. So Parikshit was Krishna conscious from the womb, just like Prahlad. Так Парикшит Махарадж обладал сознанием Кришны, уже еще находясь в чреве своей матери, как Прахлад. Remain Krishna conscious throughout his life. Парикшит Махарадж оставался в сознании Кришны на протяжении всей своей жизни. And then at the end of life, when he was cursed, at that time Sukadeva Goswami came and preached Srimad Bhagavatam to him. И уже в конце своей жизни, когда Парикшит был проклят, он обратился к Шукадеве Госвами, который поведал ему Шримад Бхагаватам. And in this way he went back to God. И таким образом он смог вернуться домой к Богу. Okay, any questions? Вопросы? У нас есть еще микрофон один? Хари Кришна, Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. Вопрос в терпении. Вот вы говорите о терпении. И иногда я сталкиваюсь с такой ситуацией, когда мне приходится, допустим, терпеть определенную ситуацию с человеком, и я из-за этого чувствую тревогу внутри себя. Вот, и я бы хотел спросить, в такой ситуации, как мне поступать, какое настроение у меня должно быть, вот, ну и правильно ли это? А что за тревога? Как? Я просто... То есть, как бы, ты испытываешь... Страх? Ну, по сути, да. Просто ты терпишь, ты как, ну, чувствуешь, как будто бы ты не виноват, но тебе приходит терпеть. Ну что, зря терпеть, может, да? Страх в этом? Thank you, Maharaj, for your lecture. My question is related with patience. Sometimes in my dealings with other people, I express certain patience towards them, but sometimes I afraid that maybe it's not proper to tolerate this situation. So how can I define, should I tolerate or shouldn't in particular moments? Well, we should not be critical of others' faults. If you're feeling somebody is doing something which is not right, you should simply accept it and tolerate. Так мы не должны быть критичны к несовершенствам других. Если, например, вы считаете, что кто-то другой не прав, то следует проявить терпение. Without being in the position of authority, you won't be able to give effective instruction to someone. Если у вас нет определенного положения, вы не обладаете определенным авторитетом, то вы не можете быть продуктивными в ваших наставлениях кому-то. You try to instruct someone, but they will simply say, who are you? You're not my teacher, you're not my guru, why are you trying to tell me what to do? Если в таких обстоятельствах вы будете пытаться указывать на что-то этому человеку, то он может сказать, слушай, а кто ты? Ты не являешься моим гуру, чтобы меня учить. So what to do? You should show the example. Somebody is doing something which is not correct. You should show the example in doing things which are correct.
Так, а для того, чтобы сказать другим, как они должны действовать, прежде всего нужно показывать свой надлежащий пример. We say teach by example. Teaching by example is better than trying to teach by instruction. Так мы так и говорим прямо, что учить своим примером и обучение своим примером it's more important. Это даже важнее, чем учить наставлениями, словами. You may give instruction, but do they value your instruction? If you're not their authority, they won't be, people will not be happy to hear you give them instruction. Можно давать какие-то указания или наставления, но если другие люди не принимают вас авторитетом в этом, то это не сработает. So just teach by your own example. Поэтому старайтесь просто показывать или учить своим примером. Somebody does something wrong, you do it what is, you show what is right. You do things the right way. Кто-то делает что-то неправильным образом, хорошо, показывайте своим примером, как оно должно быть правильно. But don't try to instruct people. Но не пытайтесь указывать другим людям. Шрила Прабхупада used to say, because I have faults, I see faults in others. Как объяснял Шрила Прабхупада, что поскольку у меня у самого есть какие-то недостатки, то я вижу эти недостатки в других. So you're seeing faults in others, it's because you have faults yourself. Поэтому, если я вижу в ком-то недостатки, значит, у меня у самого есть эти недостатки. So work on your own faults. Поэтому старайтесь сосредоточиться на избавлении от своих собственных несовершенств. Don't worry about others. И не беспокойтесь слишком о несовершенствах других. Because they're not under your jurisdiction. Поскольку, особенно если эти люди не находятся под вашим покровительством. Хари Кришна, Гуру Махарадж, можно, пожалуйста, еще такой вопрос? Мы также с преданными недавно обсуждали эту замечательную лилу Вамана Дева и Бали Махараджа, и там момент еще один есть. На выбор Бали Махараджа полностью предаться Вамана Деву, полностью вручить ему все, повлиял очень то, что Прохлада Махарадж, будучи его дедом, благословил его. И вопрос в том, как нам развить сильную привязанность и сильную веру в благословение преданных духовного учителя, чтобы, подобно Бали Махараджу, такой же критичный момент нашей жизни, когда предстоит выбор между Майей и Кришной, выбрать Кришну, как веру, какие благословения развить. Про благословение хочу уточнить, чтобы я правильно перевел. Вы его хотели подчеркнуть, вот этот момент, да, важность благословения. Но как? То есть вопрос... Подобно тому, как Прохлад Махарадж благословил Бали Махараджа, будущего дедом, и эти благословения в критичный момент жизни ситуации Бали Махараджа очень сильно повлияли на выбор его сделать, выбор в пользу Кришны. И вот нам как тоже развить веру в благословение духовного учителя, чтобы в критичный момент нашей жизненной ситуации подобной какой-то сделать выбор не в пользу Майя, а в пользу Кришны. Махарадж, it's a question about that story happened with Бали Махараджа. Recently, we together with our devotees were discussing that story, and we see that due to the blessings of Прохлада Махараджа, his grandson Бали Махарадж could be able to make a proper decision between either to listen his Shukracharya master or taking action towards Vamanadeva. So that blessings which he received at the proper time from Prahlad Maharaj made him able to make that proper decision. So my question, how can we attract these blessings of our spiritual master, of our devotees into our life to be able to do the same thing, to make a proper decision in our lives, in certain critical moments of our life. So how to attract blessings? Yes, well, we have to
very carefully hear the instructions of the spiritual teachers and then keep them in our heart. Нам следует очень внимательно, тщательно внимать наставлениям духовного учителя и бережно хранить их в своем сердце. If we hear carefully, then we will remember. Если мы будем слушать очень внимательно, то мы обязательно будем это помнить. The Lord is in the heart as the super soul, and He is giving us knowledge and remembrance. Господь, находясь в нашем сердце, как сверхдуша, также будет давать нам знания и памятование. The super soul, Upadrasta and Anumanta, the overseer and the permitter. Сверхдуша исполняет функцию Упадрашта и Ануманта, наблюдает и дозволяет. So we need that guidance from the super soul. The Lord is in the heart as the Chaitya Guru. He can direct us properly. Нам необходимо получать это руководство от Господа в нашем сердце, который является Чаития Гуру. And the spiritual master is the external manifestation of the Guru, of the Chaitya Guru. И духовный учитель является внешним проявлением Господа, Чаития Гуру. So we hear from the spiritual teachers, and if it enters the heart, then we will remember. Так, если мы слушаем духовных учителей, это входит в наше сердце, и мы можем об этом помнить. When we are genuine, we genuinely want to follow, we want to understand the teaching, the message of our spiritual authorities, then we will remember. Итак, если мы искренне внимаем нашим духовным авторитетам и духовному учителю, то мы сможем потом помнить об этом. Of course, sadhana is very important. Regular sadhana will help us to remember these things. Также sadhana, регулярная sadhana очень важна, поскольку помогает нам помнить об этих вещах. So this program which we have every day is very important for our spiritual nourishment. Поэтому программа, эта, которую мы следуем каждый день, очень важна для нашего духовного подпитывания. Coming together and hearing, discussing, this is how we remember. Когда мы собираемся вместе, слушаем, обсуждаем, это то, что помогает нам помнить. Гуру Махарадж, я хотел задать вопрос, связанный с первым вопросом. Можем ли мы говорить людям, что они неправы, ну, в шутливой такой приятной манере, примерно как Прабхупада проповедовал про ослов, там, верблюдов и прочих. Или и это мы можем делать только если у нас есть авторитет? Да. Махарадж, the question is connected with the first question. Can we tell people they are wrong in a funny and like pleasant way, like Prabhupada made in his lecture about camels, dogs, and so on? Or even this way we can only do if we have an authority? Well, yes, it's certainly better if you're the authority. If you're not the authority, it will be difficult. Несомненно, это лучше, если у вас есть определенный авторитет в положении. В противном случае это все может быть трудным. Prabhupada did it. He was the authority. He met these people, and they all respected him. They knew he was a great spiritual leader. So when he spoke to them, they respected what he was saying. Прабхупада позволял себе такие вещи, потому что он был для них авторитет. Они все знали, что это садху, великий духовный учитель, они уважали его, поэтому это проходило. But if someone else had gone there and given the lecture, if one of the younger devotees had gone there and tried to give that kind of presentation to the people, it wouldn't have had the same effect. Однако, когда молодые преданные ученики Прабхупады порой пытались действовать таким же образом, то это не давало того же эффекта.
So Prabhupada, because of his spiritual position, he had that ability to be able to say these things to people, and they could take it in a nice way. Поэтому Прабхупада, благодаря своему возвышенному духовному положению, мог позволять делать такие вещи, и это давало хороший эффект. Okay. Thank you. Вот это же. Хари Кришна, Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Но вот у меня со вчерашней лекции остался такой вопрос. Вы говорили про контроль ума и алгоритм его контроля. То есть сначала мы его контролируем, не даем, в общем, делаем то, что он не хочет. И таким образом мы его бьем. А потом мы его должны кормить. И вот я не поняла, каким образом нам кормить свой ум. То есть что-то ему давать, что он раньше хотел, или, может быть, что-то это другое. Вот у меня такой вопрос. Maharaj, yesterday in your lecture you told about the controlling of our mind, and you said you gave certain algorithm, and according to that, the first one should beat the mind, and at the second step one should give certain food to the mind. One should feed the mind. First starve the mind. Starve. Сначала поститься. Then beat the mind. Сначала попоститься, то есть он должен поголодать, потом побить. And third you should feed. So, Maharaj, question is about feed. What does it mean? Should I feed or give to my mind something which he was attracted previously? Or what should I give as a feed? To feed the mind, you should give it Krishna consciousness. Уму следует скармливать сознание Кришны. Give it prasadam. Давать ему прасаду. Right? Give it association with the devotees. Общение с преданными. Kirtan. Kirtan. Lots of satsanga. Множество сатсанги. That is the food for the mind. Это есть пища для ума. Хари Кришна, Гуру Махарадж. У меня вот вопрос тоже про то, как вы говорили, что Прабхупада сказал, что нужно проповедь — это говорить истину приятным образом. Ну вот поподробнее, как это для, мы можем близким своим, да, или там на санкиртане, чтобы было понятно. Махараджа, you quoted the statement of Srila Prabhupada that we should talk a true, give a true with, by a pleasing way. Could you elaborate about that moment, pleasing? For example, sometimes we are preaching to our relatives or preach in Sankirtana. So could you explain that moment about pleasing way? Yes. Well, it's described in the Bhagavad Gita where Lord Krishna is discussing the modes of nature. He explains about how speaking words which are pleasing and truthful, that's the mode of goodness. Господь Кришна объясняет это в Бхагавад-гите, в главе, где описываются гуны материальной природы, и он говорит, что это проявление гуны благости, говорит что-то приятным образом. There's a Sanskrit statement, it says satyam bruyat priyam bruyat. It means speak the truth, but make it pleasing. На санскрите это звучит так: сатхям брухьят, приям брухьят, что yeah. Следует говорить истину, и следует говорить ее мягким образом. But then Srila Prabhupada also explains it, that for preaching, we're not required to follow that etiquette. Sometimes or always? For preaching work, we're not required to follow that etiquette. И Прабхупада объясняет, но что касается случаев, когда мы заняты проповедью, то порой не обязательно следовать этому этикету.
After you're dealing with family members, relatives, then you know you will have to follow that ethic. Когда речь идет о ваших родственниках, о близких людях, да, мы следуем этому этикету. But when you're preaching directly to public and so on, then you don't have to follow. Но когда вы заняты прямой проповедью, обращаетесь к массам людей, то не обязательно следовать этому этикету. We're meant to speak the truth. They may like it or not. That's too bad. But we have to tell them the truth. Мы должны говорить всегда только истину. Нравится она людям или нет, мы должны говорить истину. We have to tell them, you know, you're just a mudha. You're serving your senses. You're just a mudha. You're an animal. You're not even human being. Мы должны говорить людям, вы живете как мудхи, вы просто глупцы, ваша жизнь подобна жизни животным. And so, you know, people may not like it, but you know, if it's true, if the shoe fits, then wear it. You know, if something fits a person, then they have to accept it. If what we're saying is true, then they have to accept it. They cannot deny it. Итак, мы говорим такие прямые слова, и если поскольку это истина, и другие люди видя, что это истина, нравится им это или не нравится, они примут это. You eat all garbage, you eat like a pig. You know, the pigs are eating all garbage. What's the difference between you and the pig? Вы едите просто один мусор, подобно свинье, которая тоже питается мусором. Так в чем же ваше отличие от жизни свиньи? So they may not like it, but it may be true. Людям может это не нравится, но это правда. So for preaching, you have to know, you know, who are you able to preach to? Who wants to hear? Who is willing to hear these things? И будучи проповедником, отправляясь на проповедь, вы должны понимать, давать отчет, кому вы обращаетесь, кто будет вас слушать. So you have to consider, you know, is this person serious? Is he ready to hear this? Следует понимать, серьезен ли этот человек, будет ли он слушать это. And if they're ready, then you can speak like that. И если человек готов это выдержать, ну, можно попробовать так сказать. Just like Vidura went to Dhritarashtra's home. He went to the Hastinapur after the Kurukshetra war. He went to preach to Dhritarashtra. После того, как закончилась битва на Курукшетре, Видура прибыл в Хастинапур, чтобы встретиться с Дритараштрой. Now Dhritarashtra was the king. Vidura was his brother, but Vidura did not flatter him. Dhritarashtra тогда еще был все царем, Vidura был его братом, но Vidura не заискивал перед ним. He told him, you're eating the remnants of Bhima. Bhima killed all of your sons, and there you are. You're living in his home and eating the remnants of his food. How disgusting! Видура говорил, как отвратительно, ты питаешься остатками пищи со стола Бхимы, который убил всех твоих сыновей. Could you imagine, somebody kills your 100 sons, and you're going to go and live in their house and eat the remnants of their food? Представьте, что кто-то убил ваших 100 сыновей, и вы теперь должны жить в доме этого убийцы и питаться остатками его пищи. So Vidura was amazed that the Dhritarashtra could be in such a fallen condition. Vidura был просто поражен, видя, как его брат Dhritarashtra оказался в таком падшем положении. So he preached very strongly to him. Он проповедовал ему очень сурово. He said, "You were blind from birth. You're blind materially, and you're blind spiritually." Он говорил ему, что ты слеп от рождения, ты слеп материально и слеп духовно. From birth your eyes were useless,
Now your body is practically useless. You can hardly breathe, you can hardly talk. С самого твоего рождения твои глаза, они были полностью бесполезны, а сейчас твое тело уже полностью бесполезно, ты едва ли можешь дышать и говорить. Your body is dwindling. You're near to death. А твое тело уже разлагается, и ты на пороге смерти. And you're just sitting here, living comfortably in the palace. А ты по-прежнему сидишь здесь, пытаясь жить с комфортом в этом дворце. How could you be so stupid? Как ты мог стать таким глупцом? So Vidura spoke like that because he had to cut the attachment. Vidura говорил так вот очень серьезно, и он смог разрубить его привязанность. So sadhu means one who can cut the knot of attachment to material life. Sadhu — это тот, кто может разрубить узел привязанности к материальной жизни. And you see the same thing in the Bhagavad Gita, Lord Krishna speaking to Arjuna. И мы можем видеть то же самое в Бхагавад-гите, когда Кришна обращается к Арджуне. You've got Arjuna saying, "Oh, I'm your disciple and a soul surrendered unto you. Please instruct me." Арджуна говорит Кришне, что отныне я твой ученик и душа, предавшаяся тебе, пожалуйста, наставляй меня. So Lord Krishna is thinking, really? I thought we were friends. You want me to become your teacher? Кришна ему говорит, что разве ты же говорил, что мы с тобой друзья, а тут просишь выступить твоим учителем? So Lord Krishna immediately took the position of a teacher and he began to chastise Arjuna. И Кришна мгновенно принял на себя образ роли учителя и стал отчитывать Арджуну. He said, "You are speaking learned words, but you are mourning for what is not worthy of grief." Ты произносишь ученые слова, но при этом скорбишь о том, что недостойно скорби. Those who are wise lament neither for the living nor the dead. Мудрецы не скорбят ни о мертвом, ни о живом. So Krishna was chastising Arjuna. He said, "You're in Maya, Prabhu." Кришна отчитывал Арджуну: "Прабуджи, вы в Майе." Wake up! Look at what's happening. Проснись, посмотри на то, что вообще происходит. And so for preaching like that, sometimes you have to be strong. You know, you cannot just flatter people. Иногда в нашей проповеди нам надо говорить что-то такое крепкое. Мы не можем просто гладить людей по голове. So that etiquette about speak the truth but make it pleasing, that is in social dealings. Social dealing, the etiquette of speaking the truth and making it pleasing, that is required in society when you're mixing on a social level. Итак, вот этот принцип, что мы должны говорить истину и делать это очень мягким, обходительным образом, вот это правило, оно распространяется на случай, когда имеют место какие-то социальные взаимодействия, когда мы в социуме общаемся. No, you try to preach like that to your relatives, they'll get upset with you. Если кто-то попробует таким образом наехать на своих родственников, то навряд ли из этого что-то получится. Мне очень расстроится. But you have to know when you can preach. Следует знать, когда и где можно так проповедовать. Вот. А вот отшадите потом сюда. Спасибо, Гуру Махарадж, за лекцию. У меня такой вопрос, вот прям назревший. Про отношения со старшими преданными. Если, например, некоторые старшие преданные, да, они активно заняты преданным служением, но при этом они не соблюдают некоторые ведические традиции, они критикуют других и при этом просят на постоянной основе служить им. То есть какие отношения с такими старшими преданными нужно развивать, чтобы не совершать оскорблений, при этом, ну, чтобы это было прогрессом преданного служения моим, например, служа таким старшим преданным. So my question is related to the topic of proper
attitude or relationships with senior devotees. Как вы в самом начале, я конец хорошо запомнил, а в самом начале, что вы сказали, что? Старшие преданные заняты в активном преданном служении. Ага. Давайте, да, давайте частями, да, будем. Senior devotees, some senior devotees, we are engaged, regularly, actively engaged in service. Ага. Но при этом они не соблюдают некоторые ведические традиции. But sometimes I see that they don't follow certain Vedic principles. Критикуют других и просят занять их, ну, как бы просят занимать, например, кого-то просят постоянно служить им. They don't follow Vedic tradition. And from time to time, very often they criticize somebody and ask other devotees, junior devotees, to serve to them. И вопрос? Как выстраивать отношения с такими старшими преданными, чтобы не совершить оскорблений, и в то же время, ну, это же старшие преданные, им хочется как-то послужить, но в то же время иногда это напрягает, как бы, ну, что люди постоянно что-то от тебя просят, что-то им нужно, как бы. So, being before such a senior devotee is expressing such a behavior, how, from the one hand, to not reject them, to make certain service, but at the same time not to be abused by their improper behavior. So, so the question is that how I should behave myself in the front of being in the front of such a devotee who is a senior and who demand certain service to him, certain loyalty to him, but by himself or herself doesn't show proper example, sometimes criticize somebody, and etc. So, as I said, it's not a good idea for you to try to instruct them if they're in a senior position. Я уже упоминал в связи вот с этим моментом, что если мы сами не занимаем определенного положения, то здесь будет неподходящим, например, давать указания или наставления, поправляя этого человека. At the same time, you don't have to be too close to them. If you know that they're not following very strictly, then you keep a distance. В то же время следует сохранять определенную дистанцию перед этими людьми, если вы видите, что они не следуют надлежащим образом каким-то принципам. And you show the proper example yourself. А сами вы должны показывать, подавать правильный пример. And if it comes that they want to talk to you and talk bad things to you, then you have to make some excuse and don't hear. Just leave. И если в какой-то очередной момент вдруг такой человек приблизится к вам и станет проявлять себя вот таким привычным для него образом, то вы должны извиниться и сказать, что извините, я не могу это выслушивать или это делать. You don't want to be listening to them, to people talking in an offensive manner. Не следует слушать человека, который что-то говорит в оскорбительном настроении. And if nobody will listen to them, then one day they'll stop talking. И если никто не будет слушать этих людей, участвовать в их разговорах, что они там рассказывают, то в какой-то момент человек остановится, прекратит это делать. But if they think they have an audience, by talking these things they can get an audience, then they will talk more. Однако, если этот человек будет чувствовать, что о, у меня есть аудитория, есть уши, которые меня слушают, но он будет тогда продолжать это все разносить, говорить. So, there's an example about the one devotee. I'm forgetting his name now. Anyway, there was this one devotee. He was quite a renounced person.
And whenever people would come to him and talk mundane things, like they would say something like, "What do you think about the government?" Then he would say, "Oh, Govardhan, Govardhan." He would, you know, he wouldn't hear the government. He would only he would think of something related. You'd think Govardhan. Есть один преданный, я могу вспомнить его имя. Он, когда к нему, он такой отреченный преданный, когда кто-то к нему приходит, начинает затевать с ним разговор, ну, на какие-то мирские темы. Например, что такой вопрос, ну, что ты думаешь о правительстве? И этот преданный вдруг всхлипывает и отвечает: «А, Говардхан? Говардхан что? Говардхан думает о правительстве? Говардхану неинтересна тема в связи с правительством». His name was Vamsi Das Babaji, and he was a very recognized genuine renunciate. I вспомнил это вот Vamsi Das Babaji, Махарадж, очень отрешенная личность. He would never hear any nonsense. А он никогда не слушал разговоров о мирских темах. No, you keep your own tongue always full with Krishna, chanting the name of Krishna and the glories of Krishna, and you won't hear any of the nonsense other people. Итак, мы стараемся слушать о всем том, что связано с Кришной, и стараемся держать наш слух в стороне от всех остальных мирских тем. So, be an example. Поэтому будьте примером. That's the best teaching. Это самый лучший способ кому-то что-то подать. Thank you very much. He admits, should one make service to such kind of senior devotee who demands certain activity, who invite us to do something, should we reject his invitation or should we be loyal? We should be loyal. Someone's giving you the opportunity to do service, you should be happy, you should accept it. Если кто-то предоставляет вам возможность совершить какое-то служение, мы должны радоваться этому. And yes, you should give service to them. We're happy to serve all the devotees. И я скажу, да, мы должны быть всегда рады послужить другим преданным. Махарадж, he means that devotee who show an proper example. If that devotee who shows, express an proper example, criticize others, talk on, keep mundane talks, and require, demand certain loyal behavior from others towards him, should we reject his invitation or should we? No. Should we be loyal because he is senior then? No, we shouldn't reject. We should accept. He wants. What does he want? To do something. He's asking you to do some service? Mm-hmm. Oh, very good. We're lucky. Devotional service is something very precious, very valuable. Еще раз, если какой-то старший, пусть даже он проявляет не лучшие качества в своем поведении, но он приглашает вас совершить какое-то служение, это мы должны с радостью принять. Потому что преданный всегда ищет возможности совершить служение. Я так понял, что тот старший преданный приглашает совершить служение себе. Мадхуранат Прабху clarifies one moment, continuing the same discussion, that senior devotee, he invites not to make or perform a service to the Lord, but to make the service to himself or yourself. Okay, why not serve the devotee, serve a Vaishnava? Хорошо, ладно, но опять же, а почему бы и нет? Это же служение Вайшнавам.
We're happy. Мы рады этому. Give service to others. That should be our mood. Совершать служение другим, таково должно быть наше настроение. We don't mind. He may not be qualified. You may say he's not very advanced or he's not very picked in devotional service. But still, to give service to the Vaishnavas, it's very nice. It's very purifying. А мы можем думать, что ну вот он недостаточно квалифицирован или недостаточно стабилен, серьезен, но все же совершение служения другим вайшнавам превыше всего. It's something rare. Most of all, people they don't want you to serve them. But if somebody wants you to, you're very lucky. Take that opportunity and give service. Люди в целом не очень любят кому-то служить, но поскольку мы вайшнавы, то всегда рады возможности послужить другому преданному. You may not get the opportunity again. Такая возможность может больше не предоставиться. Yes. Хорош. Спасибо большое за лекцию. У меня в продолжении этого вопроса уточняющий вопрос. Мы знаем, что ну, не стоит рассчитывать, продолжая грешить, не стоит рассчитывать на очистительную силу Святого Имени, да? Опираясь на то, что ну, Святое Имя меня очистит. Давайте я частями буду кусочками переводить. Махарадж, I would like to continue the discussion. We know that if someone make a certain unpious activity, he shouldn't think that purifying effect of the holy name will rectify my faults. Какие шансы есть у такого преданного, который продолжает ну, вот так вести себя, как Адити Матаджи сейчас сказала? Какие шансы есть вообще измениться, если извне он не получает обратной связи, а думает, ну, наверняка думает, что это служение возвышенное, которое он совершает, ну, опирается на него, что оно его как бы так или иначе очистит. What chances does such a devotee has if he or she continues his improper behavior, thinking that purifying force of the holy name neutralizes all the things. Санат Прабху, в конце, что вы сказали? Что, ну, по всей видимости, он опирается на то, что у него возвышенное служение, поэтому он может себе много чего позволить. So, first question, what chances do he or she has? And second, it seems that person justifies his behavior because he or she thinks that because he older, senior, therefore he have a rule. Or например, могу сказать. Have a chance to behave like that. Например, ну вы мне не указ, да? Когда что-то говорят даже старшие и ну, не прислушиваются, или же излишние просьбы звучат в отношении преданных по отношению ну, вот, к себе. So he listing the forms, expressions of such a behavior when person says to somebody that you are not an instructor to me, or such person may express a lot of certain demands, please do this, do that, and etc. Well, you may have to bring in senior devotees, you know, we always have senior devotees. You say someone's senior, but they're not the most senior. There are always people more senior. Следует в такой ситуации обратиться к еще больше старшим преданным. Допустим, этот преданный или преданный является старшей, но всегда есть кто-то еще старше, и вот можно обратиться, привлечь еще более старшего. And it's always a good thing, send people off to the holy dham,
send them out on parikrama and let them get purified. Также очень хорошим решением может быть отправить такого преданного в святую Дхаму, совершать парикраму, например. Это обладает очень очищающим эффектом. Stay in a small temple like this and we can become a little proud to have a I'm senior here. And so you put them in the place like Vrindavan where there's a lot more senior people, you become a little more humble. Кто-то, находясь в небольшом храме, может подумать, ну вот я уже такой здесь старший, но когда человек попадает в Вриндаван и видит множество других, более старших, и садху, он, естественно, становится более смиренным. А если такой человек не ездит в храму по каким-то причинам? What to do if that person doesn't will to visit Holy Dham? И считает себя, ну, наверное, самым старшим, потому что никто не указ. And probably thinks about him or herself as most senior, and there are no other more senior who could correct him well, or her. Well, you have to bring in his guru. Тогда следует обратиться к гуру этой личности. Bring in the GBC. Или обратиться к GBC. Таким образом. Не замагал, гуру? Харе Кришна Махарадж, спасибо вам большое за такие удивительные ответы. А вопрос такой, что можно назвать слепым следованием и может ли слепое следование быть служением? Махарадж, thank you very much for your lecture. Could you explain what does it mean blind following? И можно ли слепое следование быть служением? And can be the blind following really be a service? Well, what does it mean blind following? It means we're just doing something without actually thinking about it, without considering what we're doing, without proper understanding, no realization of why this is important or why it needs to be done. Отвечаю на первый вопрос, что такое слепое следование. Слепое следование — это когда мы делаем что-то, не понимая, в чем состоит смысл этой деятельности, в чем состоит цель этого. Вот это слепое следование. Может ли, соответственно, такое следование быть служением и помогать продвигаться живому существу? Could be such kind of blind following be a real service and give to devotee a spiritual growth in his life? Well, it depends who they're following blindly. И это зависит от того, за кем именно он вот там слепо следует. Mm-hmm. Да. If they're following, you know, Srila Prabhupada blindly, then of course I think that couldn't be harmful. Если человек слепо следует за Шрилой Прабхупадой, например, то я не думаю, что от этого будет какой-то плохой эффект. Спасибо большое. Бхакти Викнави Наши Нарсимха Махарадж Ки. Recording stopped.
прощаю.